Доброе утро. Мы в офисе 1580, традиционно Полтавский горсовет. Сегодня 23 января. Узнаем, что произошло хорошего, плохого за выходные. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, что было в Полтаве эти выходные? За прошлые выходные у нас поступила информация о двух чрезвычайных происшествиях. Первое – это на улице Стефаника, 12, на Брайлуках. Отравление угарным газом на территории автомойки. Сейчас будем выяснять информацию, потому что вероятнее всего, что это именно работник автомойки. Будем уточнять, что там за ситуация, как возникла она такая, будем передавать на соответствующие службы. И также поступила информация о нахождении тела громадянина 69 руки на остановке воды. Вероятнее всего, что естественные причины смерти, мы тоже будем уточнять всю информацию. За вчера у нас были отключения по свету по Климовке на несколько часов. Ну, в принципе, УБН оперативно провел работы. Все нормально, уже все включено. Это не плановые отключения, Да, потому что аварийные. Регулярные, но не плановые. Да. И на сегодня у нас по погоде обещают -5, -7 градусов, синоптики, без осадков. В принципе, что за выходные все. Коммунальщики работают, поступают так же коробки? Да, конечно, выходили и работали, опять же, на выходных, и сегодня продолжают работать. С сосульками как у вас идет? Пока на данный момент работает сейчас две вышки МЧС, работали и на выходных, и думаю, что с сегодняшнего дня сейчас будем уточнять информацию по адресам, будут продолжать работать. Всем хорошего начала недели рабочей и хорошего настроения на завтра. Thank you.